50-50, поэтому не падал. Да, то просто золотых случилось. Так, короче, пятая пассия. Подожди, где? Блять, не помню. Подожди, мальчик. Мак, пожалуйста, бафни интеллект, и другие тоже бафни. Приста. Спасибо. Так, короче, когда мы лазят черви, пятая пати, становитесь печеньку, четвертая пати, в трусы, и третья пати ломб. На первом боссе слушай, уходим, со стомбольными мелизом. Кирилл, а мне в ДЦ, что ли? Не, пока будешь шипа, но потом ДЦ спекнешься. Хорошо. Дагермастер. Прием. Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв Лагарда и без колебаний. Уже запустили? Он может покидать? Да, да, я уже запустил. Что, АФК что тут? Не, у меня что-то наверное, дрохнулся. Перезаходи быстрее. У тебя еще есть минута где-то. Первого в центре держите или прям около ворот? Да, около ворот. Около ворот. Пять секунд. Босс уходит. Нари, забираешь на себя жутку и отходишь. Служи, выходим, не стоим, не дохнем. Критер зависли. Не вовремя, ну ладно. Без него. Это спидром. Служи, вышли, колесо жупрахи. Блёс, там пальцы полезен. Служи, быстро выходим, прохил. Жди, у тебя, скорее всего, выйди. А у тебя первый босс закрыт, Крейдер? У него ИВК закрыт. Да, он закрыт. А, все, окей. У меня отложилось, что Крейдерс. Ну, ты можешь встать сам, если хочешь. Пока лучше нет. Ребафните шаман. С лужи выходим. Шаманов по ребам дали быстрее. Бальдов активный. Бальдов добили бы стреляем по своим меткам станет. Умираю. Ой, этот, блять, фонари, лови жуткую и отводи. Не бейте жуткую, не сорвите игру, безжалостно кислоту. Веру дали пол ДПС. Так лучше. Что лучше? Стоять. Стоять, типа, да, нормально. Угу. Миликов, иди размораживай быстрее. Иди размораживай. Там допуска еще есть. Безжалостно зацепи. Безжалостно. Все, уже поздно, отворачивай, сейчас плевать. Жалостно потом разморозить.
после млека. Фонарь я прохил. Ты в луже стоишь, блядь. Иди и бежал, он размораживай быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Успел отсекнуть? Да. Жуткую забирай. Хилан центр оставьте, РДД влево-вправо, разошлись, раньше 10 метров быстрее. Раньше все набрали, бежал с ним прохил. Быстро, быстро раньше. Я вижу, что вы хуёво в рейнже вообще стоите, РДД. Все, разбежались, набрали раньше. Разбежались, набрали раньше, заранее быстрее. Фонари, готовься сокру давать под брызги. Давай сокру. А там нормально делать. Войда прохилите сзади стоит. Не сибейте. Если твой, твой первый фридом на реве, бой твой второй, если что, на подстрелку. Добиваем быстрее. Уйдите с подъебала. С подъебала уйдите, ребят. Там жутко. Меня зависло? У всех? Нет. Лужи, веди, лужи. Там лужи есть еще. Под ордой. Я на стриме. Не хильте, не хильте Фиеста вообще. Подводи под счету Альянс. У меня все повисло просто. Ну, по стриму позыри. Я смотрю уж. Ворота не, не надо, ворота не ставь, блять, откинет в берсу сразу станет. Счету Альянс просто двигайся. РДД метров 7-8 от босса. Милики, аккуратно. Смотрите, там главное разбегать. Если есть Бшка, кидайте лужу под это дело. Все почит Альянс, чтобы в ту сторону полетели. К решетке не подходите. Убежали быстрее от Кридерса, от Шамана. Ушли оттуда, прямо в стол бежит. Ушли оттуда, речь. А с тебя въехала. Ладно, прожмись, безжалостно. Ну, я не виноват, у меня все повисло, сгорел не хит. А мне чего умирать будет? У меня отвисло, кстати. РДД метров 7-8 от босса, чтобы не отлетали, блин. На милики листу боссу. Ты босса ставь, блядь, столбик он нахуй. Чтоб милики не могли бить в жопу мне. Это уже не надо, ты после подкидывания бил. Разошлись. Около напротив решетки не стойте. От Донгенмастера отбежали. Примерно в ту же сторону бежит. Ближе к щиту орды. Отошли. Быстрее ушли. Молодцы. По боту дали, бот спер дали. Скинь истерию. Встань. Кунки отбежали. Там мало кто стоит. Сразу говорю для тех, кто новый. От шмота отказываемся. Остальные чего не можете видеть. Только шмот отказываемся. Ну и только на комсомол. Сферы можете иметь. И рецепты, и трофеи, и так далее. Так, у нас коридор собирал, на рыбу поешь. Приступаю к...
РДД, рассосите, станьте по пачке по 2 человека. Раньше 12 нет. Можете по 2 человека в одном кемпе стоять. Сегодня в обычке тапки видел, стухло. 25. Канивать? Ну. Зараза. Я еще фул ЕП там почти поебал, да. Я на 500 меньше его было, блядь. Лужа направо, да? Да, лужа направо. 3, 2. Теперь потопить. Врата с вечного залива быстрее. Вечного врата убили быстро. Так и снимайте, помогайте, у нас там один маг. Велят убить. Велят, блять, отойдите от лужи, милики. Ну, Донгермайстер, куда ты по луже побежал, блять? Велят в правую сторону выносится, не в левую, блять. Ну, я бы через миликов, через всех побежал бы просто, я слева был. Попады больше не найти. Улиши. У кого аура на огонь стоит? Или дальше на кого стоит? Реди бы себя прокинь. Добили бы маму быстро, сейчас его там будет. Великий вулкан, поехали уже, уже бьем. Вулкан свечный залили быстрее, вот ДПС. Да, есть баун, бежал. Фонари все круг. Жми ман на ком. Этого ближнего галема убиваем сразу вокруг вулкана. Давай. Увешаем, убиваем. Быстрее. Пропьем. Дальнего убили. Последнего. Блин, раньше портнул. Блин, выдачу. Портал в пике, мы еще били быстрее. Да и стран, если. Бьем босса, вулкан не свечимся, просто добиваем босса. Вулкан добиваем. Просто босса бьем. Стаки снимут. Давай из банка. Фонари с экрана. Эма ногу не в мире. Но не нравится, что пропить. Пошли все, счета морды. Пока ему уберите, скорее всего.
Молодец. Блять, стоят по японски. А если не спекаси, наверное, второго хулипана, будешь вместе с Юлей помогать хилить. Там, с, там жесткий для танка. Больно будет ему еще. Тебе не надо будет сам так шипануть. Ну два хулипана, чтобы там пикли. Так, что у нас там? Андрей. Также, короче, грипнешь, потом ром к нам пойдет. Танки пуляйте, наверное, вот с этой стороны, со стороны креста. Адель, сбегай, поставь тремор в печеньку. Угу. По контролу, короче. Так, рыба, пока ешьте по контролу. Мой хант будет. Каприз. Ты циклонишь ханта после феро. Это звезда, если что. Циклоны по КТ даешь. Потом. Ридерс. Даешь хекс. Тоже по звезде. Троем контролем шкуну вообще не бил. Дальше. Ратьям или Рат, как не знаю, как правильно никто читается, Раджан, блок, короче, который дестрик. Ты ферряешь по КД печеньку, спекнитесь, если у вас есть билд ШП, и вызовите собаку, чтобы кикать косты, если что еще. Это локи конкретно вам. А, ты ферряешь печеньку, Адель, ты хекс даешь по печеньке. Дальше. Армс есть, да. Дальше. Малинраш, твое дерево банишь, ферряешь. Гарик, твой шаман ферряешь. И закрываешь косты ему максимально. И Беба, твой будет прист, антар. Его черяет. Ой, просыпает и кал закрывает. Давайте, ручейно полыба, встаньте все по чейперды. Вот сюда. Встаньте все. Встали быстрее все сюда. Войд, забери аурону броню, когда ты тоже нажмешь ему. Встали все. Ставь тотем и иди. Не, в печеньку поставь, и вот ему сломают, где ты его поставил. Холипал, отойдите дальше, не стойте там. На вас вся хуйня побежит. Я не успею на себя ее забрать. Прямо в печеньку туда за стенку. Угу. Блять, хуево. Все, красава. Беги к нам. Хант по КД каток обновляет. Понял? Понял? Надеюсь, понял. Под тот таргет, который бьем, каток стоит. Почет, да? Стоим, не двигаемся пока. Пуляете. Эма на броню жми. Все, я выхожу. Танки прожмите, все отлично. Мы на нас побежали. Ром, сейчас грипнешь, геру даем и потом букл ДПС. Каток ставь сразу. Там идут товарищи, их надо контролить. Кому у кого назначал. Блять, по ханту там надо что-нибудь. Боб поскорее всего, дайте боб поскорее всего, быстрее. Да не по мне, поскорее всего. Блять, ладно. Хильте, главное, бежал, что на канале видео отписывают. Да понятно, там рейтинг он гибет очень сильно. Надо хекс дать кридерс по ханту быстрее. Красава.
диспел, масс диспел, дай, масс диспел быстрее. Да, по печеньке да. Играть, по печеньке играть. Блять, не давай масфир, пожалуйста, он корон. Блять, вы проебываете контроль. Смотрите, когда хан в контроле, не проебывайте контроль. Лишний. Ханту нужен контроль. Хекс там или шип, или это. Или склон. Каплю, 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 паладины, каплю. Изумрул. Выбивайте печеньку быстрее. Так, по ханту будем играть сейчас. По ханту будем играть. Данган мастер, дизарм по ханту сразу гиби. Дизарм, дай. Все, бьем пока. Ничего не давайте, ему лишние станы. Только говорю по команде давайте. Войд, давай ходж по нему. Что бьем, да? Когда этот второй ретрик какой-то. Все, вижу, кидные дали. Все, не надо. Журк дай и ему дизарм. Короткий, там с дэрами будет. Лок, кинь койл по ханту. Койл дай. Скорее всего прохил. Блять. Кому? Видите, престол. Не вставай, не трать этот. Крест. Лену играть. Не греет вообще на шумане после убийства это. Не надо пока поехали, похуй. Вар первый, да? Мы этот, как его, сова в пороге звезду поставил, корни и ПКД этот давай. Блять, ёбаный ретрик. Ретрика пофиряйте. Потом ретрика будете пить. Корни и циклон по звезде давай, главное. ДКшника мулинраж пофиряй. Ретрика Кридерс Хекс будешь давать. Гарик фиряешь и этот Эдик склонишь. Кого? Ретрик. Ну ретрик. Ретрика? Пока шоку его не добили, делай грязь. Сука, еблан мне поменял. Печать по печать правосудия, блять, на 15 казахи, ну, блять. Ладно, бейте рогу, похуй, ретрика, контрольте, бейте рогу. Ретрик урод кидай, он в жопу там стоит отдельно. У него фридом есть, все равно. Здесь ну, даст, я дам склон. Какие проблемы? Да все, да. Ну что, братик, для циклона? Можешь липнуть его, ты как себе? Через 2 секунды буду тянуть. Так, в самую последнюю очередь буду тебя добить року, потом попал поесть. Палу тоже желательно, блядь. В станах держите, там, блядь. Отходите от него.
Хуйня джаги бьет очень сильно. ДКшника контроль типа. Можете стопать его, просто отходить. Бейте паладина все. Паладина? Все, не контроль. А, конечно. ДКшника избаунт, он вот поуешьте его, пока он может. Ох ты, избаунт. Сука! Его дольше всех бить. Слегка покидает циклону. Грипни его безжалостные мруты там. Хорош. Да куда? Апса. Понял. Ну да. Ублёк. Я уже думал, все, ДК в двойку можно звать. Знаю, я, блядь, смотрю, как ты умер, нахуй. Как-то очень странно, нахуй. Тебя хулипанил нахуй вообще, не хилили, блин. Углю, всему свет небес. Щит. Что-то вы вообще на фонаре забили болт, не хилили его нихуя. Я его быстро убило там буквально, не знаю, секунды за 3-4. Ну какие 3-4, типа, блядь, вот 4 секунды у него было 30к хп всего лишь. У него 30, больше 30к хп вообще не поднимало вначале. Типа, если развернуть, 8 секунд у него было 43 тысячи хп. По нему прохила очень мало было. В общей сложности за 8 секунд по нему нахилили что-то около 23к, это очень мало. Может, с ним спектр, но, наверное. Так. Сферки у меня половит Войд с левой стороны. А с правой. А с правой, наверное, блять, я не знаю. У тебя там кошмот с собой, Рислин? Спекаться, может не спекаться, просто там кошмот один, с правой стороны сверху половит. Дайте лапу каску. Дарья бухавает. Нет, здесь оба. Лобар, дайте. Ты грудак не забрал. Да? Да. Темную сучку все взяли. А Рислин, ты с правой стороны ловишь? От рейда. Войд с левой. Сфенки. Остальные стойте все ровно метки, которые я поставил. Так, чип это вызов. А, блядь, спект забыл поменять. Нет, ты в ДЦ сейчас пекать. Ну, а в ДЦ. Не надо будет. Игромастер, это пуль набежал, остальные на пулы дайте фонарь. Жор появился, когда все. Причина полма. Я жду.
под дай. Он под печеньку встанет. 4, 3, 2, 1. Понял. Мне нет собаку. Видишь, как бежал с ней стал фонарь, а ты с той стороны человек подлавливаю белый. Правильно не надо говорить по ошибке. Нет, ты, блядь, с другой наоборот. Ближе, которая светлой стрительности. Светлую сущность взяли, темные сферки ловить. Темные сферки ловить, играть по рунду быстрее. Темная сверка не надо. Да, есть баунд быстрее. Ой, есть баунд полетит. Ну ладно, уже не надо, уже не надо, уже не надо. Это отбиться. Фонарь стыкнул, переводим. Двигайся, двигайся, Вальд. Ридерс, брось игру. Арислейм, дай сальву упаковки. Стоите ровно в кресте, ребят, блядь, в чём я проблем? Там на сферу поймите. Блять, вылетает с той стороны быстрее. А, блять, темную сущность взяли быстрее, темную сущность взяли, по везде поехали. Поднимаем чуть без хаус-болтов. Вот. Быстрее, 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 быстрее. Каст, каст, каст. Билл. Все, остаемся здесь. Не надо ходить. Хотя, мы все равно не хотим добить. Давайте сразу пойдем. Ой, дай сокрой, переводи. Значит, я не буду все. Чем светлую суть не словите, главное. Они тебя правда купим. Арислин сокрой. Ой, глю, блядь, точно арифской, блядь, перепутал. Арислин не прохилили, блядь! Выйди, Андрей, выйди, Андрей, блядь, выйди, Андрей, полови сферы справа, быстрее, только фурстойку вруби. Этик, дай БР по Арислин, быстрее. В чем проблема, блядь? Чего вы не хилите вообще нам? Все, Андрей, возвращайся. Так, светлую сущность взяли и по рамбу поехали. Темную сферку ловить. Да, есть баунд. Не, Эдик, он сегодня не сработал как надо, хуйня. Он не прокнул в тот момент, когда нужен был мне. ДЦ еще умер, кстати. Ну, когда прокат, когда много урона по рейду, и еще на меня тут частица попадается, это пиздец начинается. А у тебя ДТЛ сейчас стоит, да? Угу. Ну, он первый месяц у меня. Свои развертки полностью. Закинешь мне в ПМ, пожалуйста, окей? В Дискорде. Ну или давай, да, я сам заскриню. Как это сделать так? Ну, я помню, как эту развертку можно скидывать было прямо. Я забыл, как это делать. Ну, если не впаду, тебе говорю, скриншотик сделай, пожалуйста. Как, блядь, пока играли, у меня еще винда обновилась, нахуй. И где-то там.
Ну, он типа сейчас мало прокнул. Он считать ни разу мне почти со света или тьмы не прокнул. И в момент, когда по рейду шел урон, он тоже не прокал. То есть он до либо после уже прокал. Печально, короче, не прокал сегодня. А так он был один раз у нас напрокал, получается, он 7 или 8 лямов тогда мне наабсорбил. Ну то с частицей, с урона по рейду вообще было хорошо. Все равно дохуя, типа 2500, нихуя себе. Это даже не кнопка, блять. А ты его как, ну типа он цепухой разгоняешь, да, его? Ну, или что? Ну, да. Ну просто хилю, все он сам. Я могу просто щит типа повешать, видишь, я щит повешал, он прокнул, сейчас на всех кинется. Не, подожди, он типа как чешка, да, типа заражает. Стоящих рядом. Колесо, а ты как, дружишь на полом копателем? Плюс-минус. Да. У вас тоже точно все? Все нормально, без проблем. Полагаю. Без проблем. Все, походу, сер вылетел. Да нет, нормально. А, все, у меня отлагало, да? Пенг 1100. Ну, как обычно, кому мы подошли, надо полагать. Серый нас любит. Не надо лагать. Не надо. Только не надо дисконы. Так, 50 из 50 у вас, да? Пока идем. Эдик, она вроде как травма работает, примерно, плюс-минус. Заражает, типа, да? Слышишь, знаешь, как надо сделать? Надо вырезать скрин тот, где мы нуба убили с лутом. И вырезать мою вуду нахуй, вот этого рейда, блять, и вставить. И просто сказать обиду. Знаете, что было бы пиздато, как в прошлый раз? Типа, мы убили бы его нахуй, и он опять резнулся, и 50 попыток осталось бы. И два плаща чисто так полотать на халяву. Потом еще будет ребут, и он опять появится, да? Еще третий раз его. Три плаща. Да. А потом 25 человек сидят такие, так, 5к собираем каждый на разбан. И все на СПД, на. Понятно. Типа, я писал, это нормально. Они говорят, если он появился, мы вам не можем запретить его убить, короче. Я орел. Ну прикинь, запретят, скажут, не убивайте его. Пожалеть его. Так я только обоими руками за, чтобы они так сделали несколько раз, так ребутнули после убийства. Когда уже лут утонули, тогда ребутнули. Там тема, да, если кто на твине, просто Alt-F4 нажмите, вот сразу после убийства. И после ребута зайдите, вот у нас в прошлый раз так типа прокнуло. Вот с кем я общался, все тоже, типа, кто-то выходил через Alt-F4, он это как опять резался. Жук этот. Не, ебать, лагает, чё за нахуй? Предлагаю подождать реально лаги дикие. Ну чё, замет стабильный, 9 часов и... 9 часов нужно, сука, полагать. Я ребутнусь на всякий случай. Да похер, я реалогу пинг такой. Что, ты умеешь кидать эти... Как он называется, блядь? Свой профиль, типа, в DTLS, можешь мне скинуть? Ну, мне тоже помогает, я через прокси сижу, я не знаю, что у вас за проблема. Не, вот сейчас именно, вот после убийства Валик начал дико лагать. Просто вот. Не знаю, у меня все нормально. У меня все нормально. Ненавижу я, блядь. Настя, успокойся. У меня там просто этот, у DT у вас вообще ничего, почти все стандартно настроено. Опять не уходи, он мне все равно, типа, мне впадло настраиваться. У меня он почему-то не равно, по-ебански CX2 работает, короче, не знаю. А ты этот сирусский качал, дабы, вот этот DT у вас, который? Да, там другого нету, типа, да, сирусский. Не, я не скажу. Ладно, ребята, тихо пока. Колесо, ты тут? Да, я тут. Напуливаешь с правой стороны копателей на Void, да. Я вот сейчас шестой пати закину. Вот. И, короче, вот этот на второй фазе, который с креста будет уходить копать, его уже потом не трогаешь на второй фазе. Его будем контролить. Напуливаешь только дальнего, понял? Угу. А до этого напуливаешь всех. На второй фазе только кресте не трогаешь одного. Всех, которые дальнего. Справа только. Да, только с правой стороны напуливаешь. Угу. И на второй фазе, еще раз повторяю, в кресте не трогаешь, его будем контролировать.
Фонарь собираешь, скоробеев на себя максимально. Чтобы они не били. Так, дальше. Жорб. Как у тебя там, лагает, не лагает? Нормально все. Будешь с левой стороны напуливать на войне. Окей. Андрей, собьешь ему этот сверку в печеньку. В эту лужу никто не заводит шипы. От шипов отходим, соответственно, в шипах не бегаем. Это лужа неприкосновенная, которая в печеньке будет. Напуливать до метки, чтобы никто не напуливал воина. Напоминаю еще раз. Пока не выберет копатель цель. Ой, блядь, копатель. А ну, когда он закопался. Никто воина не напуливает. Так, сверки я позбиваю. Босс, в принципе, манекен для тех, кто первый раз. Бьем-бьем босса, бьем-бьем-бьем. Закапывается, отбегаем все в центр. Вот тут здесь сейчас прыгаем. Звездочку себе поставим. Выбирая цель, копателей нахуй. Фулл уед даем, заливаем. Потом будут даваться бобы, сразу не заходим в лужу. Первый боб даст глю, второй на анархии. Третий арислин, четвертый фонарий. С анархии только там смотри, не проебись бобом, пожалуйста. Ты у нас новый, я не знаю, что ты себя еще представляешь. Не опозорься. Так точно. В принципе, босс манекен. На второй фазе все максимально подходим под босса во фрейм, чтобы шаманам цепнухой легче было прохиливать. Карик, лог, или Карик, подожди, Кэ у тебя или Кэна? Карик, да. Короче, этот, дашь СС перед второй фазой, хотя можешь даже сейчас кинуть, я скажу, дашь по журбу, я по колесу, да. Локи остальные сделать, ну, сделайте все заранее СС, я скажу, если что, по командам. В принципе, как-то все, как-то так. А можете попробовать? Глоба. Что? А по поводу сфер, их кто-то бьет? Да, я буду сбивать сфер. Угу. Да, рыбку ставлю, хавайте. Рч на ФК пока что. Рита, Эдик. Я здесь, я просто приписываюсь. Угу. Хавайте рыбу. Возьмите все огурцы локовские, вон стоит эта хуйня. Это на вторую фазу. На ком будет лед кидаться, чтобы нажимали. Если видишь, что, вы, что вас не прохиливают и умираете. Холич, твой первый шакал по кресту. Арислин, твой второй будет, который выходит вторая пачка. Там сап, либо фир, мне похуй, без разницы. Эма на лед забери глю, первый будет ждавать, потом назначу. Все, окей. Так, что у нас по скрепу? Фонарий, не шанс, все, окей. Так, Арчена ПВМА. Таймер не забудь, вы. На исходную встань. Босса только не используйте. Босса раньше времени не пуляет. Пуляет первый танк. Таймер не забыл? Угу. Отчет дает. 3, 2, 1. Пул. Поставь его, блядь, что ты его по-китайскому поставил, блядь? Поставь к стене, блядь, ёбаный урод. Как он на стене? Копатель на пол. Ну так, блядь, чтоб он жопой, блядь, в рейд смотрел, а не, блядь, по-китайскому. Блядь. Так, ну, вот так. Стан. Тебе не надо ничего видеть. Копатели на пол. Стан.
Масло нормально. Масло, блядь, перемажьте. Потом, блядь, закончилось, я уже вижу, блядь. Это закопается. Центр отбежали, быстрее. Ждем. Фонарик побежал, грюдаш по нему упал. По копателям сыграли, дали его ей быстрее. Фонарик справа от тебя буду сбивать. Не зайди, аккуратно. Все, там сбил справа. Справа, блять, ну посмотри, блять. Не успею, успею, я успею дойти. По копателям дали его. Безжалостный, ты много на себя не собирай эту хуйню, потому что на второй фазе ляжешь от жвал. Безжалостный на тебя. Вот сейчас можешь дать избам вначале. Прохиливайте безжалостную, дай избам. Он пока тебе сферу не нужен. Отойди чуть дальше, я сферу под твой разбил. Фонарик, давай боб к нему. Боб, давай. Боб. Готовься заходить. Играем по скорбе. Блять, кунка в вагон нахуй. Заходи, заходи, заходи. Ёбаный, блядь, сука, нахуй, вагон, блядь. Копатели сорвал. Бабам сишу скинешь. Эдик, дай БР по кунке. Босс отводи. Скоробея быстрее добили. Заберите с хилов. Фонари, блядь, твоя задача. И подводи в зону копать. Фонари, скоробея. Копатели на пул, босс, поехали. Блять, у меня таймер почему-то скинулся. Не проебись, Войт. Не, хуй его знает. У меня почему-то скинулся. Может, какая-то горячая клавиша есть. Копатели на пол. Сейчас боб дает следующий. У кого боб? Фонарик давал? Реслин я. А, все окей. Точнее, реслин, потом я. Окей. Отбежали сами. Колесо побежал. Слева буду сбивать от тебя сферу. Не зайди ко мне. Фонарик твой след. Кунка, смотри за горой, бахнуть его. Так, Эдик, выйди, Фонарик по нему бомбаш. Эдик, если что, лужа сзади. Да. Все, фонарь из скоробеев на всех, играем максимум. Отходим отсюда, отходим от печеньки, играем по скоробеям. Андрей выбежал. А нет, Дангермастер побежал. Отошли от шипов, Ну ты через рейд же не види. Все, красава. Скоробеев давай максимально. Паладины забирайте на себя максимально скоробеев, потом бабном скинете стаки. Скоробеев быстрее добили максимально, быстро. Жвалом не лутаете. Мульнраш 3, блять. Фонари. Ладно. Реслин сбросишь бабу. Копатель на пол, все, бьем босс. Не пробись станом, пожалуйста. Сапроты все выпили, стамину все сняли, хпшку сняли, только кроме танков. Под босса стали вафрейм быстрее. Вафреймся быстрее. Геру дали фул ДПС. Бурстать мне. Метки прохиливаем максимально. Шаманы вставайте, шаманы вставайте. Давай избал. Копатель на пол. Ребахните шаманы минимально. Глю и мана, лед и бабл и сакра быстрее. Плюс бабл. Прохиливай главный танк. Войда прохил максимально. Держите Войда по хп. Кунка, иди на рычи по копателям быстрее.
копатели, контрол, копатели. Арислин, быстрее, ферни, блядь, под этот, который. Я фонарь, если труп быстрее. Арислин, забери лед. Дай ма. Швеб, сгим на ХП. Был уже. Хули шит, гим на ХП быстрее. Законтролируйте копателя одного. Сын анархии, забери лед, нажми ма на лед быстрее. Копателя, контрол. Жук, дал шаку. Пейте босса. Прохил, чтоб бусты свои, эти, блядь, сывы свои жмите и камни жрите на пол метки. Войдер, улепхим. Войда прохил. Больше ДПС по нобу. Должен добивать. Прохил, свои сывы жмите лично. Блять, колесовыми. Ладно, похуй. Уже нормально. Все, молодцы. Ну, где мой бочек? Лучше. От шмота отказывайтесь. Бля, выдашь и бьет, пиздец, у него там по 10, по 5 как по 7 оставалось. Прибивает. С духом! Как обычно. Это мне, что ли? Ну, может, еще демон у тебя заберем. Вот и потей, блядь, на этом боссе, сука. На, с духом, пиздец. А можно на хэпала с духом? Если не надо никому, пацаны. Нет, там он дохуя. Эрдру нужен, и демон. Ну, ладно. Мне бы Эрдру, на самом деле, лучше мэн. Он с хостой? Да. Чё там, раздатый. По... Чё там по танкам в рейде? Это на магика как там? Четыре есть танки, кроме меня? Ну, термичес не взять. Опять не забрал. Да, я сейчас заберу. Давайте сразу лут разроли, потому что сейчас буду еще менять людей. Давай так. Хоть до магики долетим. Да, магтили. Подожди, так. Что там по этому? Да, фонари сейчас, подожди секунду. Блять, сколько там за 50, с 50, я не помню. 2000 ты накидывал, ну полторы, нет. Наверное, да? Ну, за 50. Нет, я сейчас посмотрю, не помню. А, 400 ИП, 800, 250, 1250. Это за... с бонусом уже, да? Да. Ну, походу на холик. Холич, по-моему, с духом носят. Цена анархии надо, если надо, ставь десятку. Ну, типа, не профитно. Потому что никому они не нужны больше. Пока, пап. Холич, у меня вообще вот этот плащ. Просто взять, перечат, десятку ставишь. У тебя сейчас 1250. Десятка минимальная 100. Окей. Нарч, и обмен будешь давать звезде. Ладно, я найду. Снимайте кто-нибудь, пожалуйста. Че, Серега, тебе плюсовать или так начислишь? Бежал с нами. Да, потом в конце. А, ну сейчас я начислю. Итак. Кто там был? Украна. Я думал, потом тут меняться, раз люди будут. Так, за их отмят отдельно. Да я вручную начислю. Утешение. Он магик гру списку мусот. Да, мне магик нужен, на груня муж сорвать. Не, Швепс, ты все-таки мейн ШП, так что таки сами. Потом заберешь следующий. На 10. Топорик. За 10 плащ ушел, что ли? Нет, это утешение за ней ушел. На ГЦ. Утешение тоже хорошо. Не, я в конце начистил, после магика игру лапу, фигу. Честно. В любом случае, принял ты, не принял, когда какая разница. Жор помен. Танковские ноги. Пишалось на обмен.
О! Не-не, мне ноги, мне не такой. Ой, блядь. Скорее блядь, всего, тебе блядь. Сильно надо это, на уф или что? Да, хапал, братан? Это мой. Скорее всего, блин. А что у тебя за аддон стоит, который показывает в процентном соотношении статы, которые дают? Ты наводишь, типа? Да, скорее всего, рисковано. Ой, да, там что, Войдер, скорее всего, забрал, первое что. Я на магите уже. Что за безжалостный 10. Безжалостный мин, даже я на магите уже. Вообще, чат название аддона тоже интересно. Скорее всего. Этот, блядь, я не помню, павн какой-то или как. Какой-то павн, по-моему, блядь. Начинаем с обмена дальше. Дальше. Ступни. Кто плащик забрал? Плащик. Плащ еще никто не забирал. Журб. Топор. И не ступник, он как бы. Я в курсе, но не хочу забирать. Пускай забирают те, кто больше профита у нас. Мне он особо много не дает. Войду на хапала много профита даст. Друг много даст профита. Он как много. Чё на хапала даст профит? Какая шмотка? Мантет, это лучше у Гэма спасение мне. Лучше удашь обмен дальше. Плащ, меткость, крит. Ой, ну посмотри, узнай, что это за это. Я говорю за павон, это. По-моему. Павон? Ну. Бедвалось. Койлис. Ну да, походу павон будет сравнивать вещи. Ну, там что-то сравнивать. Вандер обмен. Обидно. На Писируса качал, не? Блять, я не помню, просто в интернете. Давно было. Перчатки. Если никому не надо, то на уф. А, окей. Ну, это мне наручи. Надо тебе не наручи? Не, у меня критовый будет. Шарфи, блин. Плащ, 270 тв. Ну шо, кто, бису, кто будет проседать? Да чё проседать, чё дурдру бису. 2к, 3к. На приста, это только на холле приста, я бы на лице не брал. Лучше критхас на лице. Всё, будем на раш 5к. Жестко, зачем мы вообще? Не знаю. Ну, ты взял, что мы демон. Ну, типа, на заебись, нормальный плащ на демона. А критхаст хуже на демона будет? Ну, какая разница? Ну, главное, СПД. СПД хаст, все. Ну, похуй на стул. Я не шарю. Я всегда думал, что это друг или приступ. Блядь, нравится, блин. Нет, демон тоже может брать. Это, типа, тут все честно. В этом плане. Больше духа и СПД у демона, больше ДПС у Рида. Да, да, ну типа тут демону вообще без базара отдать такое. Так, утешение, Эдик, и все, или ты что-то еще? Да, 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 все. Если не, не надолго, блядь? Нет, навсегда, в смысле до чешки. Не, я не про тебя, Дарья. А. Теперь хорошо. Иди. Короче, мне ФМ какой-то лучше манты написал. Если он на замене, может ли он в дотет зайти катнуть или ждать? Хуй знает, кто это. Любой может, что хочет делать, только если позовут, сразу же прийти. Все, похер он что делает. Я не знаю, где он. Бля, два токена надо. Буду душить. Он один ток. Один ток, тем более душить буду. Три воин-охотник шаман, который никому не нужен. Что? Так в Т9 только Эрдру же ходит, все, нет? Ну я вот в ППале еще у меня пока что. Ладно, ППал еще. О, да, интересно там. Че, ему за сотку или за 20 тогда? За сотку, я сотку поставил, сотку и снимать. А, ну, сотку снимать. Это без проблем.
Так, те люди, которые, которым нужен Грул Магик, плюс Гищат поставьте. Там, загоголено. А вы там ИВК? Не, блядь, которые сейчас не в рейде, блядь. Не надо, блядь, всем ставить плюс. Так, контур под кикнул. Уступишь. И монаху нужно по-любому. И проходку сделать. Так, жу. Кинг ступит, там все равно ничего не падает ему. Термич, да. О, вдруг опять играть меньше. Да, жаль. Потом закрыт. Колич, тебе же ничего не надо, посидишь на замене. Да-да-да, конечно. Ну, если еще слот надо, могу тоже уступить. Так, вы сейчас не разбегайтесь. Те, кто был в ике, ну, ушел, уступает, тоже плюсанете. Я наберу пачку, чтобы не путаться потом. Сейчас да я на... понимаю, я могу на магика уступить. Не, мне надо игру магика сразу, чтобы не ебаться. Серег, я тебя потом...